Итак, друзья, подписчики, всем привет! На этой недельке что мы делаем? Были еще кое-какие нюансы с нашим DT75. Доделали, переделали чуть-чуть ходовку. Добавили сюда резиновые колечки. Переделали чуть-чуть натяжение гусениц. Как видим. И делаем телегу для него. Есть у нас вот такие колесики завалялись. Думаю, надо сделать тележку для него, чтобы он у нас что-нибудь возил. Так что делаем заготовочку, опять же, из дерева. Вот. Фоточку приложу, какую тележку хочу сделать. Такое коротенькое видео. А, переделали мы воздухозаборник. Вот такой у нас теперь. Переделали крышечку бака. Ну что, в общем. Сейчас что-нибудь сделаю, там покажу, что получилось. А так, кому интересно, как пойдет процесс про тележку, подписывайтесь, следите. Будем делать, чтобы она у нас поднималась во все стороны, как у настоящего. Как у настоящей телеги. Так что, пока вот так все. Итак, ребят, продолжаем постройку нашей телеги. Как видим, изготовили мы раму. Такая у нас рама будет. Изготовили мы поворотный механизм. Вот он у нас будет. Изготовили мы рессоры. Кстати, мало ли, кто-то захочет рессоры сделать. Хорошо получается из старых от машины дворников. Вот смотрите, они у нас как играют. Вот здесь, вот. Они вообще элементарно прогибаются и принимают свою же форму обратно. Играют на ура. Так что постройка продолжается. Кому интересно, подписывайтесь, следите, комментируйте, давайте советы, спрашивайте. Ну а мы делаем, продолжаем. Здесь у нас будет постоянно, как на обычной телеге я посмотрел, фиксируется. А здесь у нас идет вот такая штучка. Это фиксируется. Вот это вот сюда вот так встает. Здесь палец. И она у нас вот так играть будет. Это у нас мертвого будет стоять. Здесь у нас вот так палец будет. Через салем блок. Ну, в общем, все в процессе. Кому интересно, подписывайтесь, следите, комментируйте. Также задняя часть будет чуть-чуть приподниматься. Вот на таком же уровне. Чтоб у нас колеса были одинаково. Ну, мы продолжаем. Всем до новых встреч. Итак, ребят, всем еще раз привет. Продолжаем стройку нашей телеги. Сделали мы задние рессоры. Как помним, делали. Делали каркас на передний механизм, чтобы крутился. В общем, если кто-то может будет делать. Взяли мы вот такой подшипник от стоечки. От легковой машины, передний опоровый подшипник. Будем делать, чтобы у нас телега крутилась. Как помним, на настоящей телеге у нас вот здесь по кругу идет большая такая. А мы сделаем попроще. Берем вот такой вот подшипник, ставим. Здесь у нас будет сверху вот так он крепится. Ну, в общем, кому интересно, подписывайтесь, комментируйте. И у нас все вот так тут будет двигаться, как говорится. Ну, а на этой неделе все.